Ну что, заносите больного? Будем лечить его! Всем привет, с вами Вика, и я сегодня врач, я в образе врача, как вы видите. И если серьезно, то я действительно чуть-чуть приболела, и маска тут очень даже кстати, я ее надела, чтобы вас не заразить через видео. Ну и сегодня идет жарко, не я снимаю все. Я... Оп, оп, пока! К сожалению, я могу вас заразить. Да шучу, через камеру болезнь не передается, не волнуйтесь. Так что смотрите мое видео. Короче, симулятор Сергея. Серега, привет! Давай играть уже. Мы будем управлять только рукой Сережи, потому что больше мы ничем управлять не можем, к сожалению. Управление правая, кнопка мыши. Не поняла. А, вот, я опустила руку такая сейчас. Давайте напишем на клавишах. Привет, как дела? Ладно, все. А поднимай свою руку дальше. Что там, что-то еще показывали? Там, по-моему, пробел показывали, да? Да? Эй. Ага. А еще А, В, Е, Р. Я не хотела. Так, нужно запомнить эти кнопки, все, я взяла их. Теперь мы можем... Ага, и вот большой палец. Все, все, я перестал, ладно, так и быть. Операция, достижение, настройки, язык, выход. Нет, конечно же, операции. Смотрите, какой милый кролик. Ой. Так, по-моему, из меня выйдет очень плохой врач. Это же сердце, да? Ну все, нажимаем. Хо-о! Листочек так сам отлетел. Это мой... сейчас скажу. Это мой удар, такой прием. Пальцем одним так... И ты отлетаешь. Угу. Имя пациента Боб. Будем Боба лечить. Операция пересадка сердца. Ууу, что такое сложное с самого начала, что ли? А потом что, пересадка головы, да? Да? А, что произошло? Что с тобой произошло, бедный Боб? Так, время, в смысле, время-то тут зачем? Боб, на всякий случай. Ладно, теперь можем начинать. Итак, для начала мне нужно снять эту вот фигню. Куда ее положить? Куда ее положить? Блин. Объем крови? Вы что, еще и объем крови у него мерите? Ну, вообще, молодцы, блин. Давай, хватай. Давайте закроем лицо, чтобы он не видел этого ужаса. Так, теперь мы должны убрать ребра. Я просто делаю так. Я же очень сильная. Ладно, все, я нормальный врач, я буду делать. Давайте попробуем сегодня все сделать по-хорошему. Ну и что ты не берешь? Так, стакан. Ты мне мешаешься, если ты еще не понял, поэтому свали отсюда, пожалуйста. Нет, нет, нет. Подними свою пакшу и отложи это туда. Все, валяйся там. А теперь я хочу взять этот, как его там, молоток. Ой, дрель, дрель, пожалуйста, не убей моего пациента. Я все-таки я хочу спасти бедного Боба. Все, давай, бери. Ой. Оп. И как хорось. Ох. А почему объем крови уменьшается? Извините, можно дрель тогда возьму? А дрель, убийца. Вот я так сказала, да? Типа, от молотка уменьшается объем крови. Типа, от дрели вообще не уменьшится нисколько. Ты бери, а? Ты что, не умеешь с руками своими обращаться или что? Ай! А, стой! Нет, моя рука трясется в конвульсиях. Но я все-таки возьму тебе и сделаю то, что начал. Давай, руби! А! Не трогай там, что там, другие-то органы, не трогай. А! Почему я это, дрелью уничтожаю? Он умирает. О боже, быстрее уже, давай, убирай ты эти ребра, блин. Я смогла, да, убирай ребра, убирай. А, только не убей его, ради бога. Ты, никчемный этот, как его там? Так, он начинает умирать. Все, срочно забирай все эти осколки его ребрышек. Ну, быстрее. Ты тупишь слишком много. Ты не врач. Я не знаю, кто ты, блин. Прикиньте, какой-нибудь прохожий пришел вообще.
Все, давай. Срочно убираем тут все. Слишком мало крови. Катастрофически мало крови. Забираем это все. Ну, опускай уже свою руку. Он вообще нифига не держит. Не-не, я сказала. Все, действуем быстро и оперативно. Подожди, если это не сердце? Это не сердце. Это не сердце. Поставь его обратно на место. Быстро. Все, прирастай. Подорожник надо приложить. Все зарастет быстро и мгновенно. Так, убирайся отсюда. Да берит. Ну вот, ребята, а вы еще спрашиваете, почему я не могу этого вылечить, как его? Ну ладно, хотя бы так взял. А, только аккуратно, господи. О нет, о нет, что с дрелью? Она, ты убиваешь моего пациента, забирай ее оттуда. Это ужас. Я сомру тут. Да... Вот что это за фигня? А все так хорошо начиналось? Жестокое убийство, блин. Как будто я специально его убивала. Специально я его убивала. Все, теперь мы все делаем намного качественней и быстрее. Не правда ли? Так! Нет! Опять мы повторяем свои ошибки. Держи эту дрель. А ты лежи здесь смирно. Давайте пробуем вот эту штуку взять. Я ее еще не трогала. Так, она тоже, смотрю, очень опасная. Так, тихо, аккуратно. Смотрите, она разрубает более-менее, получше. Давай, давай, ты чего вообще ничего не делаешь? Все так хорошо начиналось. Еще один кусочек убрали. Какая жестокая игра. Ну, алло. Стой. Остается только пила. По хардкорам будем пользоваться только пилой, блин. Забирай остальными-то пальцами. Держи, держи, смотри-ка, сопротивляется ведь еще, а? Все, быстрей. Быстрей делай все это. Нужно еще... А! Нет, 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 тихо, тихо. Вау, только не по лицу. О нет, что-то кровоточит. Мне это ужасно не нравится. Тут есть вата. Ваты мне. Я не знаю. О нет, он умирает. Мы его теряем. Мы теряем кислород. Несите цветы сюда. Быстрее. Быстрее. Сердечко, только достаньте его. Нет. Прости, Боб. Прости, Боб. Я не смог помочь тебе. Эл, отпусти его. Отпусти его. Все, кровь остановлена. Замедлено, по крайней мере, кровотечение хотя бы. Так, аккуратненько, мизинчик, оттопырь. Что тут я могу убрать? Я могу вот это ребрышко убрать. Давайте уберем его. Все, что смогу убрать, сейчас прямо уберу. Типа легко могу сейчас вытащить. Ладно. Ой. Что-то я сделала не так. Вам не кажется? Так, Дрелис, ты будешь пилить все, что тут только есть. Ну, не пилить, а, короче, сверлить все, что тут только есть. Ты мне этим не поможешь. Такой, ох, ну не знаю, не знаю, пилить или нет. Ой, как ее... Я забываю все, как это называется, блин. Склероз. Ой, селезенка отвалилась. А, только не сердце, не трогай сердце, я тебе сказала. Не открывай эту штуку. Все, аккуратно. Селезенка, я тебя достану, надеюсь, оттуда. И не уроню. Что за фигня? С меня даже часы спали. Прикиньте, от напряжения от такого, а? У меня руки похудели моментально от того, что сильно волнуюсь. И часы просто-напросто спали. Стой, стой. Аккуратно. Вот так вот. Да, блин, убери ты. Я взяла ее. Фу, ну и звуки. Я тебя, это, поднимаю, да, как бы?
Я тебя подниму, как бы. Полежи здесь, ладно? Только никуда не ускочи, а, во время того, как я делаю операцию. Мы убрали одно легкое. А еще нужно сделать опять укол, потому что пациент теряет дофига крови, пока я рукожоп. Это не больно, как укус комарика. Мне кажется, после того, что ты, чувак, почувствовал, тебе ничего не страшно. Хотя ты нифига не почувствовал. Мне можно просто взять вот это вот, как это называется-то, как бы это не назвать. Почему я себе сделал укол? Я идиот. Да? И долго это еще будет продолжаться? О, господи. Бедный пациент, я же ему это вкалывала. Ты разожми ты свои руки. Я нифига не вижу. Я сейчас сама умру, наверное. Надеюсь, что ты... Все, оставила. В смысле, ну да, оставила ему немного крови. Теперь забираем это легкое. Простите, мне придется его оставить вот здесь. Я нифига не вижу. Подождите, там же второй укол был. Может, он мне поможет спастись от этой заразы непонятной. Я сейчас все разрушу. Тут где-то... Ай, ты что-то куда-то не туда. О, господи. Ладно, будем делать так. Я просто не знаю уже. Это безвыходное положение. У меня пациент умирает, мне само что-то не легче. Меня штырит по-жесткому. Эти глюки когда-нибудь пройдут в конце концов или нет, я понять не могу просто. Короче, ребята, пациент жив-здоров, все очень хорошо. Вот, ну почти. Короче, он вообще счастлив, говорит спасибо тебе, великий врач. Ты очень хорошо лечишь, конечно же. Кстати, в комментариях можете написать, каких врачей вы больше боитесь. Лично я больше боюсь зубного. Это моя... Фобия, как это называется? Зубно-врачофобия, вот. Ну и на этом все. Главное, не болейте. И я вас люблю, целую. Пока.